Немчики бомбони, смотрю выступление Рара. Наш любимый, мощный, сильный, восхитительный Рара. Ой-ой-ой, она там какая-то планета. Чем... Такая, словно она пришла такая. Прилетела, полетела на драконе на другую планету и поставила свое знамя. Все. Ой, трон. Трон для королевы. Это прям чётненько сделано. Шоу обязано было сделать трон на неё. Не совсем трон. Богиня, как обычно. Как она сразу прям решила просто сразу сбросить бомбу. Потом уже спокойно начать. Знаете, как трейлер, да, то есть не будет, здесь будет грустно, здесь будет сильно. И она сразу показывает сцену прям сильную, чтобы завлечь внимание всех, чтобы они дослушали до конца. И вот потом она расслабляется, потом уже будет взрывать. Вот снова эти змеи, там разнообразие звуков просто зашкаливает. Ворох. Цветы, это словно, блин, здесь это не могила, такой вино какой-то. Похоже вообще на какой-то такой, знаете, типа свадьба какая-то. Только места мало, там парень-то не месяца. Сказать, когда идет такая песня, такая вот грустная, когда все сосредоточено на каких-то там вот эмоциях, ну что такое, ну важно, так скажем. Люди понимают, что не надо перебивать, да, судьи сидят спокойно, смотрят, прям очень внимательно. Все внимательно слушают. В общем, уважение, то есть тотальное. Свет сзади такой, ой, ой. Как всегда, как круто сделали, да? То есть, когда она плавно-плавно, я думаю, резко прям, как врывается эта мощь сильная. Условно, знаете, резко появилась какая-то черная дыра, и вот все. Она все захватывает. Это, знаете, как в кино, да? То есть, идет какой-то плавный момент, и потом идет склейка с каким-то быстрым моментом. Вот здесь то же самое. И смотрится это всегда круто, очень круто. И свет еще озарил золотистый свет, озарил пространство. Очень все работает четенько. Все в нужный момент. Велико. Ну все. Грусть 100%. Очень. В следующий раз она будет уже все песни с текстом слушать. Мне нравится то, что вот для босса это такая перерыв, ну все перерывисто. Дрожащие руки, лицо. Прям актерское мастерство. Ой, нам лучше. Ой, солнце надо. Да, жар.
Она прям сгорает, горит. Ну, она прямо суть, она снова плачет. Я не знаю, как, меня, как это сделали, но она снова плачет, тут плачет. А судя прям вот внимательно слушает там. На месте спит. Слушай, она показала сегодня силу солнца. Ух. Ох, 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 ох. Там, чтобы она сама не сгорела, да? Ну, героиня. Какой-то сильный, да, сейчас ударная прям. И все... Смотри, как она движется. То есть удары такие... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прям вот все прям великолепно. Так, то есть она прям поет, ее голос, наверное... И эти вот голос, ну, то есть... Вибрации, да, пропитывают кровушку, и все. Вот это вот, там все как-то управляется. И она единое целое со своим голосом. Вау. То есть даже не надо делать какие-то приближения, да, на монтаже, да, чтобы как бы подчеркнуть эту ударную часть, да, она сама подчеркивает своим движением, упрощая работу монтажа. Сильнее. Куда? 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 Ай! Красотка. Питан Таранкита. Рара! Все. Просто хочется взять ее вот так вот. Успокой, да. Потому что я не знаю, как она делает ее, как, каково ей после выступления, да, какие она испытывает эмоции. И круто, или ей все равно еще тяжело после такого перевоплощения, да. То есть она прям, ну, каждый ее припев, да, был сильнее, сильнее. То есть она становилась уже вот соки выжимала, выжимала. И словно там уже нет места для человечности какой-то. Словно все чувства, все эмоции она уже потратила. Добра, позитива, чики-бомбони.